в Арцахе все возможно. На Аскеранском стадионе сегодня стартует второй матч сборной Западной Армении. Ребята сегодня сыграют со сборной Шекалилэнда. Что ж, дорогие, счет 5-0. Мы обыграли сборную Шекалилэнда, и это был по праву великолепнейший матч. Мы одержали полную победу. Поздравляю всех нас. Желаю в дальнейшем таких же успехов. Автор гола Давид Овсепян. Здравствуйте. Что можете сказать о соперниках? Ожидали ли вы такого результата? Ну, если честно, мы все знали, то, что турнир будет очень сложным. И так получилось, то, что у нас группа очень сильная. И соседи мы подошли не очень собранно подошли к игре, потому что они были, как мы считали, то, что они как бы аутсайдеры нашей группы. И из-за этого мы не очень были готовы, ну, психически не очень были готовы. Мы были, как говорится, расслаблены, да, расслаблены были.
Но после этой игры мы сделали ошибку над работу над ошибками. И очень сильно подготовились психологически, вот именно психологически. И мы вышли на поле, все знали то, что мы выходим как финальная игра. И вот результат сам говорит за себя, да. В чем, по-вашему, была разница команды Южной Осетии и Шейк-Алиленда? Южные Осетии, они были более такие мощные, у них игроки были более мощные, и они тоже, как бы, они знали то, что все игры будут сложными для них. И из-за этого это тоже плюс, то, что другие команды думали, то, что они аутсайдеры, и они, наоборот, воспользовались этим и были вдвойне готовы это. И у них игроки очень мощные были и боролись на каждом участке поля. Вот разница в этом, я думаю. И еще это с Секирланд мы играли, это была вторая игра. И как бы очень, ну, первая игра была, потом на следующий день вторая игра, это тяжело такой график вообще выдерживать. Из-за этого, да, вот разница. В чем была именно ваша проблема во время игры с Осетией? Потому что на этой игре вы показали намного лучшую игру. Ну, как я сказал, как я ответил на предыдущий вопрос, я сам тоже не был подготовлен психически, ну, не был так серьезно настроен из-за этого тоже. И не показал свою, ну, самую лучшую игру. А во второй игре уже я был это более настроен и, да, был готов. Какие ожидания от игры с Паданией? С Паданией, ну, мы... С Паданией мы должны выиграть. Мы будем выходить, это все знают, то, что это последний шанс. Нам хватит и ничьи, но мы выйдем на поле и будем бороться до конца, чтобы мы прошли дальше в финальную часть. Спасибо большое.